Ежегодно 21 мая адыги во всем мире вспоминают трагические события в истории своего народа. Ровно 159 лет назад закончилась война, длившаяся более 100 лет. В канун этого события в Кашхабльском районе прошли памятные мероприятия. В ауле Герухай у памятника жертвам Кавказской войны собрались представители духовенства и общественных организаций, старейшины, педагоги и учащиеся образовательного учреждения. В начале митинга эфенди аул Абшимав Бжецов прочел молитвы в память о жертвах Кавказской войны. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنات ثم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين مسقزة جام كتلا شود الله حز ودق مخول الله حزاق الدنيا تيتم تيشأون يفجر عد زغاز زوخوخو باش حي حجوكمي ترين يفجر ورجق ناقوا تابي يسوغ ما ورشتو تريد تبوسر يا الله حزاق تزفتا أخرر Продолжился митинг реквием выступлением председателя общественного движения Адыгахаса Кашхабльского района Амина Непшикуева. Тем не менее, Обращаясь к молодежи, Амин Хаталиевич отметил, что несмотря на все невзгоды и тяжелые испытания, народ сохранил свое достоинство, гордо и смело смотрит в свое будущее. А уроки прошлого должны быть усвоены нынешним поколением. Заострив внимание на важности воспитания молодого поколения в духе патриотизма, сохранения языка и культуры, Амин Непшикуев сказал, что, уважая свою историю и традиции, необходимо думать о будущем, беречь все хорошее и доброе во имя дружбы и процветания народов, живущих в родной республике. Эфенди аула Кашхабль, Амирби Даутов, жители аула Егерухай, Казбек Пшизов и Нальби Бричев также отметили, что данное мероприятие призывает в первую очередь помнить и передавать подрастающему поколению историю тех далеких лет. Подобные мероприятия в таком же составе и формате были проведены в аулах Хачимзи и Бличипсин. Все выступавшие еще раз напомнили молодежи, что нужно всеми силами стремиться к тому, чтобы сохранить и свято оберегать нашу многовековую историю, богатейшую культуру и красивые традиции.